Хай, ребятушки, с вами СТВПРО, и сегодня я покажу вам мод на редактирование табличек для Майнкрафта Пэкдишн. После установки данного мода в нашем мире появится возможность редактировать таблички, которые вы уже поставили или на которых вы уже написали. Но, к сожалению, почему-то такую функцию нам не давали разработчики, это довольно полезная функция. Что же вам для этого понадобится? Для этого понадобится поставить обычную табличку на любой блок. Ну, давайте поставим вот на эту стеночку чистую, и после чего, когда вы наводите на эту табличку, у вас появляется кнопка «Редактировать». И, как видите, мы просто-напросто не можем в обычном Майнкрафте редактировать таблички нажатием просто на эту табличку. Но если мы нажмем на эту кнопку, здесь мы уже сможем редактировать. Так, да, редактировать. Ну, к сожалению, как вы видели, у меня вылетел Майнкрафт, но такое, к сожалению, бывает. Ну и потому что, как я всегда говорю, это только первая версия мода. Возможно, разработчики справятся. Но на всякий случай давайте я выключу Wi-Fi. Возможно, из-за этого тоже может быть такие вылеты. Что ж, так. И как видите, мы ее можем редактировать. И здесь вы можете написать все, что угодно. Также вы можете редактировать не только пустые таблички, но и таблички, на которых что-то написано. Как видите, она также поддается редактированию. Все редактируется, все нормально работает. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.